Ежегодное спортивное мероприятие, посвященное памяти 19 брещан, погибших в Афганистане, прошло в городе над Бугом в 33-й раз и собрало в парке воинов-интернационалистов порядка 70 участников. Сегодня в парке воинов-интернационалистов мы проводим 33-й пробег памяти. Это стало уже традицией в нашем городе. Родилась традиция давно, и первые ребята, которые только стали прибывать из Афганистана, еще не было ни организации, собирались у крепости и думали, как же отметить все это. Ну, во-первых, это, конечно же, 15 февраля, день вывода. Ну и подумали, что же еще можно сделать. И вот тогда именно зародилась идея пробега и турнира по рукопашному бою, который тоже будет в апреле. Сейчас ребята переодеваются и готовы принять участие. Но скажу, конечно, честно, что у нас сокращенная дистанция, потому что мы бережем своих ветеранов. У них еще много работы оказалось по патриотическому воспитанию. Перед началом пробега участники спортивного состязания возложили венки к памятнику воинам-афганцам и почтили их память минутой молчания. Сегодняшний пробег памяти посвящен прежде всего воинам-брещанам, погибшим, исполняя свой долг в Афганистане, тем урокам мужества, которые они преподнесли. Прошли годы, и мы как никогда осознаем цену мирного неба над головой. Мы видим и знаем, что происходит вдоль наших границ. Но благодаря взвешенной и дальновидной политике руководства нашего государства, президента Александра Григорьевича, мы с уверенностью движемся вперед. Московская администрация при поддержке Брестского горисполкома активно развивает парк воинов-интернационалистов. Создаем новые точки притяжения для молодежи, для семей. Я думаю, данную работу мы продолжим в дальнейшем. Будем дальше благоустраивать наш парк. Хочу, пользуясь случаем, поздравить вас всех и поблагодарить за участие в этом мероприятии, культивации и пропаганде здорового образа жизни, физкультуры, спорта. Пожелать всем успеха. Пусть победит сильнейший. Старт пробегу дали афганцы. Вне конкурсной программы около 15 воинов-интернационалистов вместе с 20 военнослужащими десантниками пробежали дистанцию 1 километр в памяти сослуживцах, настоящих героях, примеров мужества, стойкости и чести. Не получалось каждый год, но сейчас получилось. И мы хотим поддержать наших всех воинов-афганцев и их семьи, и это самое, и которых нету с нами в живых, поэтому как-то память отдать им. Уважаю спорт, уважаю ветеранов, вот, и решил принять участие. Я считаю, что это огромный шаг, пожертвовать своими жизнями для многих. Вот. А также считаю это большим подвигом, потому что люди отдают все свои силы, не жалея жизни. Вот. Считаю, что это достойно для настоящего мужчины-десантника. Все остальные участники пробега разделились на две группы. Дистанцию в 2 километра бежали школьники в возрасте до 15 лет. Дистанцию в 10 километров преодолевали все желающие. Два момента. Первое, это связано со здоровым образом жизни. Это в обязательном порядке формирует хорошую, скажем, составляющую для семьи. А во-вторых, это, безусловно, почтить память, поэтому прививаем традиции. Победители по итогам состязаний ждали приятные вкусные награды. Василий Набускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.